Снова мы идем с вами по этой же дорожке. Жалко, что этот фонтан не работает. Мне так хотелось бы посмотреть, какой он. Тут даже трубы, по-моему, убрали, они были еще несколько лет назад. Идем с вами в тот парк. Там посидим, отдохнем. Хочу музыку там послушать. Наушники свои взяла. Надеюсь, что они зарядились, потому что вчера меня подвели. Один вчера зарядился, а другой нет. С одним что-то как-то это не очень. Сегодня я их вроде проверила, они включаются оба. Надеюсь, что зарядились. Как красиво смотрится. Такое здание, как через камеру, как будто корабль большой. Такой парусник какой-то. Так прикольно. Или там танкер какой-нибудь. Тут цветочки какие-то. Красненькие. Там, кстати, детский дом за этими деревьями стоит для малюток, кто от новорожденных отказывается. Обидно. В парке смотришь, такие маленькие детишечки все, такие все лапочки, малюсенькие. Мы думаем, ладно, у меня тоже есть ребенок. Это счастье иметь детей. Сейчас и мужа даже найти, мне кажется, очень сложно. И жену, наверное, тоже. Тут аренда. Здесь как-то я пыталась работу найти. Меня не взяли. Потому что у них собеседование. И практика была в один день, я не успела выучить ничего. Там оператор колл-центра нужно было. И там очень длинный, сложный текст был. Очень-очень сложный. Я его за 5 минут выучить не смогла. Из-за этого меня не взяли. Если бы, конечно, мне дали домой этот текст выучить, я бы дома выучила его, с утра пришла бы, и все было бы хорошо. Но они так не захотели. Просто взять эти длинные слова, там, которые по 15 букв с лишним, их просто взять и выговорить. Короче, у меня не получилось с первого звонка. Я просто запуталась в тексте. Вот так вот. Это, кстати, пытались еще по блату меня взять. Даже по блату я не прошла собеседование. Запуталась в буквах, в словах. Недавно, кстати, этот листок даже находила. Взяла себе, говорю, давайте я выучу и потом приду. Ну, мы позвоним. И все, они позвонили. Там действительно такие прям слова длиннющие. Обычно дается там день, вечер, чтобы выучить. Снова эти петуньи такие красивые, розовые, прям вообще офигенные. Ну все, ладно, идем дальше с вами. Не буду вас забалтывать. Мне кажется, сегодня ролик тоже разделится, наверное, на несколько частей. Сейчас я, наверное, еще зайду в Пятерочку, куплю себе кока-колу. Пока отдыхаешь, я решила, что буду что-то покупать себе. Такое маленькие всякие прелести интересные, которые не купишь в обычной жизни рутинной. Вот. Так вот. И посижу, послушаю музыку, прогуляюсь по парку, а потом пойдем с вами на набережную. Там где-то через несколько часов уже и Женька подойдет. Он пошел спортом заниматься. Потом подойдет. Тут, кстати, не сделали нормально для коляски. Видите, все в обход ходят. Мы тоже ходим в обход. Потому что у меня слишком не такие широкие колеса вот здесь вот. И спуститься здесь не каждая коляска может. Как это сделали неправильно. Не подумают об этом. Так, вот она, Пятерочка, все. Я пошла. Так, иду я. Несу мороженку, купила. Не планировала. Не планировала покупать мороженку, но купила. Увидела, лежат они. Не знаю, совместима ли мороженка
Вон, кстати, он фонтан видно. С колой. Надеюсь, что они совместимы. Вот, смотрите. Моя любимая, кстати, мороженка. Кола стоит 50 рублей, а 40 рублей стоит литр. Ну, что-то подумала, литровый таскать мне тяжело. У меня и так там две бутылки воды. Ну, там маленькие где-то, ну, литр, наверное, где-то воды есть. Еще, думаю, литровая, это будет тяжеловато мне. Я все равно много не выпью. Мне надо чуть-чуть. Вот, вижу уже там лавочки свободные. Вчера газон постригли, убрали, даже его мешки вон лежат черные. Все, сейчас пойдем, я буду отдыхать. Сейчас оставлю наушники, послушаю музыку. Потом с вами пройдемся, обойдем, сходим на фонтан. Там, наверное, народу так же полно, как вчера. Короче, отдыхаем. Птицы даже поют. А, и там стригут. Там стригут. Фонтанчик. Вон они, фонтанчики. Свекровь, кстати, рассказывала, что Дима к этим фонтанчикам прыгает. И что-то они не двигаются. Она говорила, что они подвижные. Как красиво там, смотрите. Блин, там газон косит. Там лошадка. Дети вокруг лошадки. Там сейчас опять будет плакучая ива. Красиво. Там что делают? А, там просто стоят. Я думала, копают опять. Здесь, кстати, туалет есть. По-моему, даже он бесплатный. Туалет, обычный туалет такой. Тут вообще очень долго льется. А, есть этот. Тут уже кто-то пробить пытался. Секунда. Слава богу, что такая. Туалет бесплатный, но работает всего одна кабинка. Я все время думала, почему здесь народ стоит так долго, подолгу всегда. Есть вешалка, я не сразу заметила.
было неудобно со всеми своими навесными штуками усаживаться. Ну, хорошо, что он есть. Что бесплатно, это радует. То как-то обидно платить за то, что с тебя выходит. Кстати, солнышко исчезло. Сейчас мы пойдем по этому же парку обратно. Зайдем с вами на большой фонтан. Кстати, я не помню, как он называется. Если вы смотрите. Детей, кстати, не так много, как вчера. Видимо, наверное, сейчас на обеденном сне. Многие еще спят. Колясочки малыш спит. Я думаю, точно так же нужно прийти будет нам с Димочкой сюда. Дима бы набегался, наигрался. С собой что-нибудь взять, поесть, как в прошлом году мы, в принципе, делали. В прошлом, позапрошлом. И чтоб малыш улегся спать. Лошадки. У одной лошадки, кстати, у пони, видно, что болит ножка. Она, бедная, еще продолжает работать. Вот это, кстати, обидно. Я слышала, что как раз вот такие вот лошади, которые работают в парке, зарабатывают деньги себе на жизнь. Они, как правило, либо старые, либо больные. То есть у них ноги болят или что-то такое. Их, как правило, если что-то случается с лошадью, их обычно выбрасывают. А вот такие вот девочки их подбирают, потому что жалко. И хоть как-то пытаются, чтобы они жили дальше. Тут вот прям пятничок маленький. Короче, такую информацию знаю. Конечно же, кстати, солнышка нету. Уже не так. Тогда, может быть, мне не придется одевать купальник, я надеюсь. Потому что что-то купаться я не хочу. К тому же у нас, кстати, нету воды целую неделю. Отключили горячую воду. Не знаю уж, как там свекровь мыли ребенка. Кстати, вот тут очень красиво. Вот тут тоже. Не знаю, как они ребенка там мыли. Это, ну, в принципе, взрослый ребенок проще, кстати, гораздо мыть, чем маленького. Ну, маленького, если есть ванночка. Я помню, ванную набирала, ванночку горячей воды. Ну, теплый такой. И там мыла ребенка. Как красиво, боже мой. Какая красота.